Один из пригородов Санкт-Петербурга – город Гатчина. Здесь сохранился неповторимый дворцово-парковый ансамбль, где в любое время года можно прикоснуться к тонкой грани естественной природной и рукотворной красоты. В 1783 году Екатерина Великая выкупила Гатчину и подарила своему сыну, цесаревичу Павлу I. Та на долгие годы стала его любимой резиденцией. При нем был не только перестроен дворец, в нем появились парадные и личные интерьеры царской семьи. Огромные усилия тратились и на благоустройство Гатчинского парка. Прямо рядом с дворцом расположился небольшой собственный сад. Он предназначался для прогулок и трапез императорской семьи. Сад был устроен по типу регулярных садов с аккуратно подстриженными деревьями, геометрически правильными аллеями, мраморными статуями и крылатыми сфинксами. В этот сад можно попасть прямо из башенного кабинета императора. Он находится за моей спиной. Государь выходил на террасу и просто спускался по лестнице, которую, как и сейчас, охраняли два каменных крылатых сфинкса. Главное украшение сада – это скульптуры середины 18 века. В центре – богиня цветов Флора, выполненная итальянцем Фабио Медико. Ее окружают довольно необычные памятники – гермы. Это четырехгранный столб, который завершается скульптурной головой. Все 10 герм выполнены из каррарского мрамора. Историки архитектуры единодушны во мнении, что гермы – явление довольно редкое для России, и те, что украшают собственный сад – являются настоящей жемчужиной среди небольших скульптурных ансамблей парков, сохранившихся до наших дней. Сейчас, как и много лет назад, этот уединенный уголок является любимым местом отдыха. И можно послушать пение птиц, укрыться от зноя в тенистых галереях. Напротив собственного сада раскинулось самое глубокое – Серебряное озеро. Оно имеет природное происхождение. Глубина его свыше 14 метров. Именно на этом озере в 1881 году императору России Александру III была продемонстрирована подводная лодка, построенная по проекту Степана Карловича Джевецкого. По свидетельству одного из очевидцев, испытание проходило так. Александр III и Мария Федоровна сели в шлюпку и вышли на середину озера. Джевецкий, находясь в подводной лодке, маневрировал вокруг шлюпки и иногда даже проходил под ней. Позже, когда шлюпка подошла к берегу, император с супругой вышли на пристань. Степан Карлович мастерски причалил и, покинув подводную лодку, встал на одно колено и преподнес императрице букет белоснежных орхидей, произнеся на чистейшем французском. «C'est le tribut de Neptune pour vous, votre majesté», что значит «это дань Нептуна вам, ваше высочество». Один из самых романтических уголков Гатчинского парка – это остров любви и павильон, посвященный древнеримской богине любви – Венере. Прообразом его стало подобное сооружение в поместье принца Конде в Шантаи во Франции. Еще во время своего заграничного путешествия по Европе цесаревич Павел Петрович увидел эту парковую затею и пожелал, чтобы нечто похожее появилось в его горячо любимой Гатчине. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о внутреннем убранстве этого павильона и о том, кто этот проект здесь в России воплощал. По проекту архитектора Винченцо Брена, любимого придворного архитектора Павла Петровича, появляется павильон Венеры на оконечности треугольного по своей форме острова и, кажется, со всех сторон омывается водой. Тут очень много воздуха, пространства, света, он напоминает какую-то бальную комнату. А что на самом деле при Павле здесь происходило в этом павильоне?
Павильон Венеры предназначался для тайных встреч и свиданий, по легенде, а также для отдыха во время прогулок по парку. Отсюда наблюдали за морскими сражениями, которые часто проходили на Белом озере. У Павла Петровича в Гатчине была своя флотилия, она насчитывала 24 единицы. Малые парусные гребные суда, фрегаты, яхты. Они стояли вплоть до конца 19 века, пришвартованы у каменной террасы пристани. И на этих корабликах и лодочках можно было подплыть к павильону Венеры и попасть сюда с воды, так как двери окна распахивались, и небольшой балкон-пристань вели прямо к воде. Одним из украшений павильона Венеры по праву считается живописный плафон, повествующий о рождении Венеры, которая изображена в окружении 40 амуров. Считается, что Павел I подарил павильон своей жене, Марии Федоровне. Согласно легендам, черты лица Венеры очень схожи с лицом императрицы. Масштаб этого плафона действительно поражает. 80 квадратных метров. Это виртуозная работа мастера. И я должен доподлинно подтвердить, где бы вы ни находились, такое ощущение, что Амур целится из лука именно в вас. Прошло более двух веков. Храм любви в Шантаи разрушен во время Французской революции, а в Гатчинском парке время, революции и войны пощадили павильон. Императрица Мария Федоровна была восхищена подарком мужа и решила преподнести ему ответный сюрприз. Неподалеку от павильона Венеры был построен березовый домик. Домик-обманка, домик-сюрприз. На первый взгляд это просто заботливо сложенная поленница дров. Но ставни открываются, я заглядываю внутрь, а там роскошь, зеркала, золото. Шикарные подарки делали друг другу монарши. И особо мы знаем уже, что этот домик – это подарок Марии Федоровны, любимому супругу Павлу. А расскажите, а в чем же его предназначение? Прекрасный павильон предназначен для свиданий Павла и Марии Федоровны. Роскошный интерьер вызывает удивление. Здесь было приятно провести время. Мария Федоровна постаралась удивить своего супруга. Интерьер выполнен в стиле барокко. Мы с вами видим множество зеркал, стены, альков, расписаны розами, любимыми цветами Марии Федоровны. В березовом домике есть еще один маленький сюрприз. Тайная дверь скрыта за зеркальной стеною. Там была кухня, где готовились угощения для Павла и Марии Федоровны. И как только они сюда приходили, садились на мягкий диванчик в алькове, дверь открывалась и вносились угощения. Для усиления эффекта неожиданности уже позже любимый архитектор Павла I скрыл березовый домик за этот каменный портал, названный «Маска». Это сооружение, как и многие другие в гатчинских парках, сложено из пудовского камня, который добывался в окрестностях Гатчины. Этот материал интересен тем, что при различном освещении он меняет свой цвет от темно-серого до туманно-желтого. В одной из частей парка были созданы оранжереи и сады. Здесь выращивались для царского стола даже экзотические ягоды и фрукты, например, ананасы. Недалеко от оранжерей была начата постройка довольно необычного сооружения – амфитеатра. К сожалению, время его не пощадило, но до сих пор он поражает своими внушительными размерами и действительно напоминает древнеримский амфитеатр, но в миниатюре. Диаметр амфитеатра достигает 60 метров, высота земляного вала около 3.
Возводилось сооружение по проекту талантливого русского архитектора Николая Львова и предназначалось для проведения каруселей. Так назывались представления с лошадьми, вооруженными средневековыми рыцарями. В Европе рыцарские карусели были модной забавой при королевских дворах в 17-19 веках. Они пришли на смену рыцарским турнирам. Гатчинский амфитеатр является оригинальным образцом зеленой архитектуры в садово-парковом искусстве. Кроме Большого дворцового парка, в начале 19 века были созданы ландшафтный парк Сильвия и Зверинец. Естественной границей между ними была речка Колпанка. Большой Зверинец служил местом царской охоты. Здесь располагались вольеры с разными животными. Основные черты парков Сильвия и Зверинец сохранились до наших дней. Сейчас они не воспринимаются обособленно и слились в единый парковый массив. При императорах во всех гатчинских озерах в избытке водились окуни, лещи, плотва, щуки, налимы и караси. В Карпином пруду специально разводили серебристых карпов, а в Форелевом канале – гатчинскую форель. Когда Александр III взошел на престол, он превратил Гатчину в свою постоянную резиденцию и очень любил ловить рыбу, сидя на берегу Белого озера. И с этим местом связана легендарная история. Якобы однажды министр пытался устроить экстренную встречу государя с послом одной из европейских держав. Александр в это время как раз удил рыбу, следил за поплавком, и когда министр подбежал к нему с этой просьбой, тот ответил: «Когда русский царь ловит рыбу, Европа может подождать». Позицию гатчинского ансамбля прекрасно вписался и Приоратский парк. Он стоит особняком и отделен от основного широким проспектом, расположенным на берегу живописнейшего Черного озера. Приоратский замок был построен в связи с учреждением в России Великого приорства Мальтийского ордена. Это католический рыцарский орден иоаннитов, основанный в XII веке. Главная его резиденция была расположена в крепости на острове Мальта. Когда крепость была захвачена наполеоновскими войсками, рыцари попросили покровительства у Павла I, который вскоре был избран великим магистром этого ордена. Замок, построенный в Гатчине, предназначался для размещения в нем приора, то есть настоятеля рыцарского ордена, французского эмигранта принца Конде. Гатчинские парки прекрасны в любое время года. И когда гуляешь по ним, возникает очень интересное чувство. Ты как будто бы отправляешься в прошлое. Ведь эти простор, водная гладь в окружении вековых дубов, они как будто бы находились здесь вечно. И время над ними совсем не властно.